Привет всем! Мы идем сейчас в парк Сабино. Это ближайшее место, где у нас можно собрать шишки. Нам нужна одна шишка в школу Кириллу на поделку. И поблизости нигде не нашли мы шишек. Сказали нам, идите в Сабино. Вот мы идем. Дети пришли со школы, сделали уроки. И мы пошли. Немножко у нас ветрено, поэтому дальше я уже буду, наверное, так снимать. Может быть, музыку подставлю потом. Просто покажу вам нашу природу, наш парк. Ну, там парк такой не очень ухоженный. Вот. Но все равно, думаю, сейчас там будет красиво. Осень золотая у нас такая классная. Вот. Не холодно, но ветерок такой немножко прохладный. В принципе, терпимо. Идем мы с детьми. Привет, Кирилл. Привет. Костя. Вот так вот. Вот, идем уже. Почти дошли. Тут, в принципе, недалеко от нас. Вот, минут. Ну, медленным шагом минут 15 идти. Вот, идем. Дышим воздухом, наслаждаемся последними теплыми деньками уже. Я уже, наверное, месяц говорю, что у нас последние теплые деньки, но они все никак не заканчиваются, слава богу. Не хочется этой грязи, холода. Пускай будет так до самого следующего лета. Вот, все, пошли мы. Вот мы дошли уже. Здесь, видите, обещают реконструкцию сделать. Все повырубали, тут прочистили, и на этом, наверное, стала работа. Хотя нет, там есть какие-то рабочие. В общем, сейчас походим, посмотрим, поищем шишки. Там детская площадка у нас. Что-то шишек пока мы не нашли. Ну, короче, тут все перерыто, везде все что-то ремонтируют. Делают все-таки. К зиме поближе начали парк ремонтировать. Красиво тут, конечно, листики такие. И что вы думаете, мы нашли такую корявую шишку? Пока что. Вроде сосны есть, но шишек как-то не очень много. Ну, пойдем еще поищем, походим. Собрали мы немножко шишек. Сколько? 3 штучки и орех. Ну, пойдем еще кружочек сделаем, посмотрим. Найдем. Ну, наверное, дальше уже мы не пойдем. Там что-то как-то. Пойдемте обратно, Кость. Там как-то все перерыто. Кирилл, твои шишки ты неси. Кирилл. Все, пошли мы отсюда домой. Нечего тут ловить. Грязно и все перерыто. Все. Вроде чуть-чуть прошлись, устала. Еще в горы идем обратно. Фу, жарко стало. Туда шли, холодно было. Сейчас жарко. Идем уже по Мадаяна. Такая вот улица. Блин, еле перешли. Четырехполосная улица. Дорога. И нет светофора. Хорошо, пешеходный переход есть, но, блин, там не все пропускают.
Я всегда боюсь переходить, даже когда на работу ходила по этой же дороге. Так боялась переходить вообще. Почему? Блин, почему не поставят светофор хотя бы с кнопкой какой-то? Вообще кошмар. Вот. Ну, уже скоро домой дойдем. Вот. Прогулялись. Такой будет у нас мини-влог коротенький. Спасибо, что были с нами. Знаю, что во многих регионах уже холодно, снег, метели, а у нас такая погода. Всем пока-пока.